Книга «Открытым оком», том 1, тема «Праздники». Вопрос 204. Если именины выпадают на Великий пост, то можно ли праздновать не день рождения, а именины? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. День рождения Плотской вообще запрещено праздновать. Это пример празднования дня рождения Ирода. Если именинами называется день крещения, то его можно отметить благодарственным молебном, причащением, добрыми делами. В Великий пост запрещаются торжественные собрания и пиры.